have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, это вершина замка. Прям вот загрузился и, не перематывая время, сразу же начало светать. Я не знаю, это скриптовая штука или нет. Я только что понаделал нам еще дополнительных зелек, также сделал парочку зелек силы, чтобы у нас перегруза не было. Я понимаю, что избавиться от перегруза путем выпивания зелек силы такое себе. Черт побери, это конец игры, я могу себе это позволить. Давайте сохранимся и посмотрим, что будет тут, и потом сходим туда, что ли. Ну, то есть, так уж и быть. Сделал два разных сохранения. Еще арбалет можно на место, кстати, поставить. Тоже хороший вариант. Мешочек этот, там ничего нету? Да, ничего нету. Мешочек этот мы выкинем. Прокачал точность еще до конца нашему крысочку. Ну, крысолюду, который. Почти уровень 15 здесь. Почти уровень 15 здесь. Здесь до уровня еще далеко, а ты уже 15. То есть, ну что ж. Выглядит как способ улететь отсюда. Это у нас получается концовка, если мы не хотим собирать пятый джем и идти в тайный алтарь. Да. Посвящает светлой памяти столь храбро прожитой жизни Генри Хаккинен. Финская фамилия. Легенда Гримрока 2. Угу. Теперь идем обратно. Я тут немножко побегал, пособирал все, что тут валялось. Все, кроме пуль и метательного ножика, подобрал. Так, опять же. Да, арбалет надо вернуть. Можно сохраниться, потом будет это. Попробуем пойти по пути второй концовки, которая вроде как, говорят, истинная. Истинная концовка. То есть игра такая, мол, чел, можешь закончить игру здесь, но если прям докопаешься до истины, то вот знай, у нас тут есть... А, ну с другой стороны, думаю, неужели мне сейчас все это вниз пилить точно? У нас с другой стороны портал есть, который ведет нас прям туда, куда нужно. Идем сюда, сюда и вот сюда. Ты мелкий оборванец.
Ну, пока урон по нему проходит, значит, я делаю что-то правильно. А потом мы прострелим ему колено. Интересно, просто сейчас я его убью или нет? Жизни у этого чела просто слоновое количество. Он, по-моему, не собирается дохнуть, да? Я посплю! Ну, просто урон-то по нему проходит. Это значит, что, наверное, я делаю что-то правильно. Интересно, его можно было убить или нет? Я в нем столько стрел оставил, идите к черту. В общем, ладно, я загрузился, начал с этого момента, потому что я в нем 15 стрел оставил. И надо будет потом поэкспериментировать, знаете что, подождите. Я сделал себе отдельное сохранение, я потом поэкспериментирую, поубивать его. Смогу ли я его убить или нет. Сейчас-то слишком долго пробовать. Так, пятый элемент. Эссенция баланса. Погоди, куда ее теперь? Не сюда ли случайно? Эссенция баланса. А куда мне ее теперь нести-то? С ней попробовать завершить игру? Вряд ли. Погодите, ребят, сейчас подумаю, вернемся. Опа, кажется, я что-то нашел. Я такой думаю, надо бы пойти в хаб вещи сложить. У нас же тут прям проход есть на острове к соединению. Если что, вот он тут находится. Вы выходите из... Думаю, пойду схожу в хаб. А тут дверь открыта. Вот это стало интересно. Так, меч я убираю. Он, конечно, хороший, но мне не понадобится. 5 ядер, спасибо, не надо. Зельку эту я возьму, пусть будет. Зельки никогда лишними не бывают. А я даже не знаю, что мне еще понадобится, не понадобится. Так, знаете что, давайте... Сейчас как бонус попробуем вот эту книгу прочитать, «Лунные обряды». Острот каким-то образом изменяется. Каким-то образом изменяется. А если я подожду ночи? Острот... Что там было? Чувствует усталость. А если к вечеру? Чувствует прилив сил. Я понял. Это дает нам бонус к ночным передвижениям на маге. Ну, к ночным действиям. Он, типа, лучше дерется ночью. Но все равно загадка у нас остается...
Путы тьмы, метели. Это все заклинанный зов ночи. Да, ребят, здесь мы еще не были. Идемте. Надо будет разобраться. А, где это? Я убежище Убежище трюкача! Здрасте! Трюкач приходит и уходит. Кнопочку надо будет потом поискать. А, убежище трюкача. Спасибо. Ох. Ты ж какое. Больно. Какое место колоритное. Это все, я чувствую, будет стрелять, рыгать, пулять. То есть вниз. А зачем их вытаскивать? Мне сейчас будет проще именно с ними. Больше освещения, я буду лучше видеть. Это я уже просто по старой традиции беру, вытаскиваю. Хотя на самом деле мне, наверное, проще будет с факелами. О! А это как раз то, что мне нужно. Сейчас, что тут у нас? Хорошо, тогда мой вопрос по поводу того, можно ли убить трюкача, стоя там, наверное, снимается, потому что если я смог бы его убить там, то мне не дали бы сражаться с ним здесь. Опять же, я предполагаю, что мы будем с ним здесь сражаться. А по-хорошему я этого не знаю, потому что оно только называется «Логово трюкача». А что тут на самом деле сейчас будет происходить? Тварь. Ну что ж, я готов, как мне то кажется. Так, кстати, воскрешающие зельки. Так. Так. Ему неплохо, в принципе, жизни уходят. Я, наверное, посижу здесь. Более-менее в безопасности. Вот он наваливает просто. Вон он. Обменялись. Вот через верх.
Неплохо, ну вот, мы вливаем ему дэмэджа, нормально. Ха-ха-ха, прилетело в загривок на 89. Ну, нормальное место, чтобы с ним перестреливаться. Вот куда все бомбы эти нужны, серьезно. Я к тебе не пойду, идешь нафиг. Фигля, ну сбилась-то. Готовится вставить огненные бомбы. Я буду сидеть в этой каморке, тут безопасно. Надо пополнить немножечко запас. А! Этот щит пробивать надо, я вспомнил. Не-не-не-не-не, забудь. Есть, вломили критом. Это как маги из первой части. Фигля, спать решил сейчас? Я не ту кнопку нажал. Не-не-не! Да, бомба ушла. Не туда. Супер. Ржет, главное. По нему урон проходит, он ржет. Где ты? А у кого были огненные бомбы? Кто-то сказал чертовы огненные бомбы. А, у меня одна оставалась. Да, музыка, не нагнетай, успокойся.
Ну, ты почти уже это грохнулся, чувак. Так, всем хил. Я подумал, что можно бы еще, наверное, вот так. Есть, пробил. Есть новый уровень. Лечимся, уже все восстанавливаем, уже все делаем, все что надо. Ладно, на уровне-то уже такое, пофиг. Итак, посох. Посох какой-то, энергия 50. Это явно мне понадобится. Вместо чего его одену? Энергия 25, энергия 20. Ну, энергия 50, естественно, вот это одеваем. Записка и ключик. Кстати, основной ключик, который у нас тут был. Испытание. Завет хранителя острова. У самых истоков мироздания, когда вселенная была еще совсем молода, но в ней уже робко сиял огонек разумной жизни, духи прародители посчитали, что их работа здесь завершена. И прежде чем отправиться в новое странствие, они передали результаты своих трудов людям, среди которых был избран первый страж Нексуса. На протяжении всей истории бытия созданные ими миры тщательно прятали от непрошенных гостей и в особых тайных местах, охранявшихся целой династией стражей. Когда старый страж начинал чувствовать усталость и немощь, его место предстояло занять следующему. Тогда же возникала проблема выбрать сильнейшего и мудрейшего кандидата для возложения на него столь великой ответственности. 5000 лет назад мои предки основали остров Некс и сделали его самым безопасным местом для хранения сотворенных миров. Ими же был разработан ряд некоторых испытаний для проверки физических и умственных способностей случайно выбранных претендентов. С тех пор бесчисленное множество мужчин и женщин подвергались проверке силы духа и духа на этом острове. И вот, наконец, подошло мое время уступить свой пост. Я поздравляю тебя с прохождением последнего испытания. Теперь ты готов явиться в Нексус. Ионард из Маланьера... Хранитель острова с 1325 по 1487. Получается, что нас просто все это время готовили. Он не хотел нас убить. Он хотел... Видите, этот ключ, кстати, многоразовый. Он просто отпирает все, но не исчезает при этом. Я как раз задавался этими вопросами. А почему, если он на нас нападает, почему... Он тогда поджигает кристаллы, мы же это явно видели, что это он поджигает кристаллы, что это он оставляет нам записки, подначивающие, всякое такое. И получается, что да, чувак не хотел нас убить, а хотел натаскать, чтобы мы стали следующим хранителем. Я теперь даже, по-моему, знаю, куда этот следующий ключ. Нам сейчас даже на портал идти не надо, потому что вот, он находится здесь, эта дверь. Так, у кого он был у тебя? Да. Это как раз та самая вторая концовка, в которую нам нужно пойти. По уровню, сейчас уже, конечно, уровень, давайте я точность качну. И по магу давайте я землю качну, как бы сейчас уже разницы никакой нету. Поехали смотреть.
Посвящается светлой памяти, да, Генри Хикинен. Фух. Да, сейчас, погодите, ребят. Сделал музыку потише, потому что я хотел бы подвести сейчас некие итоги того, что как вообще, что, где. А, игрушка просто фантастическая, просто замечательная. Я очень надеялся, что вторая часть будет никак не хуже первой, и она оказалась лучше. Я просто приятно удивлен, насколько хорошо и классно здесь все сделано. Я до сих пор нахожусь под впечатлением того, что здесь происходило. Очень, очень, очень хорошая вещь. Я просто могу сказать очень в бесконечной степени, потому что, ну, это, грубо говоря, даже не грубо говоря, это напрямую шедевр. Это просто шедевр. Это когда собираются талантливые люди и делают то, что им нравится. Получается вот это вот. Игра просто обалденная. Я крайне всем рекомендую ее пройти. Опять же, наверное, такие советы чуток бесполезны слушать в конце прохождения. Значит, вы уже посмотрели, что здесь и как, какие секреты. Но подождите годик-другой. Пусть подзабудутся некоторые вещи, а потом попробуйте пройти ее сами. Поучаствовать в боях и... Прям хорошо, прям классно. И я понимаю, тут есть реиграбельность, можно сделать по хардкору, можно... Я тоже в нее буду проходить еще через некоторое время. Я обычно хорошие вещи, которые мне нравятся, я жду, чтобы немножко подзабылось, и потом за новыми ощущениями возвращаюсь сюда. Я уверен, что я сюда еще вернусь, и я очень советую вам прийти в этот мир и почувствовать его самостоятельно. Я даже не буду выделять какие-то основные вещи, загадки обалденные, боевка обалденная, система прокачек, лора, атмосфера, которая здесь есть, все классно. Не было никакой мертвой зоны, где бы я завис и бился бы головой несколько дней, как и что. Фишка в архивах, когда я пошел за подсказкой в интернет, это был мой личный косяк, потому что нужно было просто пройти дальше, и мне бы дали эту подсказку с буквами. Я просто поторопился, у меня было ощущение, что я пропустил что-то важное и теперь не смогу пройти. На самом деле игра гораздо лучше, умнее сделана, мне нужно было просто подождать, тут виновато мое нетерпение. Все остальные места гладенькие, шелковистые. Игра идет... проходится просто на одном дыхании. Серьезно говорю, если бы я не записывал, я бы, наверное, залип в нее на пару неделек и просто бы играл. Все. Прям больше ничего про эту игру сказать не могу. Она просто гениальна. Просто шедевр. Крайне вам рекомендую это пройти, в этом побывать. И это воспоминание, которое останется с вами на долгие годы. А пока что, наверное, будем заканчивать. Увидимся тогда в следующих игрушках, в следующих проектах. В следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек и всем покеда.